Приняв необычное для декабря тепло за начало весны, природа ожила. Набухали почки на деревьях, а в Подмосковье даже расцвела жимолость. Синоптики с гордостью говорят, это все роза натворила. Единственный в мире циклон, которому дали имя, словно урагану. Аномально теплую зиму, несмотря на все прогнозы синоптиков, сменила аномально теплая весна. Обложенное тучами небо, пронизывающий ветер и мороз. В прошлом году, в начале апреля, с улиц еще активно снег вывозили. В этом году погода бьет все рекорды. Необычно быстро позеленевшая трава, почти распустившиеся почки на деревьях и плюс 15 тепла. Из-за аномально теплой погоды на пруду даже лед растаял на 3 недели раньше обычного. Григорий Путковский за 40 лет рыболовной практики такого не припомнит. Не помню такого начала рыболовного сезона. Минимум 2 недели, а то и 3. Вот, так что еще в это время мы еще сальдан ловили. Вот я ту субботу приехал с Рыбинского водохранилища, там лед 50 сантиметров. Ротан пошел еще на прошлой неделе. Карася пока нет, делится Григорий Августинович. Еще с десяток теплых ночей рыба с середины пруда к берегу подойдет. Сегодня рыбалка не задалась. С 10 утра только 2 маленьких ротана. Кошки на ужин. Но возможность посидеть с удочкой у воды дорогого стоит. В этом году это можно сделать раньше обычного. Но это скорее плохо, чем хорошо, считает Григорий Путковский. Со временем приведет к катастрофе. Ну как, чего ж хорошего, потепление. Если я помню, я учился здесь 8 лет. Вот. В 72-м году институт заканчивал, вот в 64-м, а 72-й. Климат был совершенно другой. Без плаща Болонья выходить нельзя было. Каждый день дождь, прохлада. А сейчас, как на юге. Сегодня клёва уже не будет, уверен опытный рыбак. Солнце заходит. Удочки, подпорки и поклевки он в большую сумку складывает, чтобы завтра снова прийти на это же место, если погода не подведет. Но в ближайшие дни синоптики обещают резкое похолодание с дождями, мокрым снегом и нулевой температурой. Наталья Ушакова, Алексей Ташков для городских новостей.